Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Поэтический сборник «Мир мистики и эзотерики». Вперед в прошлое! Увидев твои крылья, прилечу межзвездным соколом. Мистические тайны я принесу и взглядом научу движению времен. Они реальны. Ты помнишь, время медленно текло, когда бежали через луг и поле босые души наши, всем назло в объятия вселенной поневоле. И было сказочно, желанием везло, но по квартиркам души растащили, заботы разные, и время увело, кого сердца желали и любили. Возьми мой ключ и положи на грудь, в тебе текут вселенские потоки, пронзая мыслей бешеную муть, как строки оживут мои уроки. Открой глаза, смотри перед собой, и ясное движение явлений вернет незабываемый покой родного детства, ветерок весенний. Возьми с собою этот лик весны, и на тропинке новой и счастливой при свете звезд и золотой луны останься доброй, чистой и красивой. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. Поэтический сборник «Мир мистики и эзотерики», Иерусалим, 2011 год. Вперед в прошлое!